Вопрос о существовании мифических и легендарных существ волнует обычных людей гораздо больше, чем самих ученых, которые предпочитают заниматься более важными для науки делами. Но человечество всегда привлекали тайны. И хотя в настоящее время нет ни одного представителя какого-нибудь из видов, живущего в неволе, ни одного скелета или шкуры загадочных человекоподобных существ, то тут, то там встречаются энтузиасты, упорно доказывающие их существование. Сегодня в распоряжении музеев имеются волосы, отпечатки следов и несколько десятков фотографий и видеозаписей плохого качества, достоверность которых по-прежнему под сомнением. Но, как говорится, истина всегда рождается в споре, и жизнь стала бы гораздо скучнее без поисков потерянного звена эволюции. Снежный человек из Миннесоты. Уже десятки лет энтузиасты пытаются доказать, что снежный человек все же существует. Впервые о нем заговорили в начале 50-х годов прошлого века, когда стали появляться упоминания о многочисленных встречах альпинистов с загадочным существом Йети в далеких Гималайских горах. Но что стоит за этим мифическим персонажем, кроме сказок и чересчур живого воображения? В декабре 1968 года двое крупных ученых, англичанин Айвин Сандерсон и бельгиец Бернар Эйвельманс, получили невероятную по тем временам возможность изучать труп странного существа, удивительно похожего на снежного человека из легенд. Для этого им даже не понадобилось ехать на край света и забираться высоко в горы. Когда ученые прибыли в небольшой провинциальный городок, то там на ярмарке, в автомобильном фургоне-рефрижераторе, они увидели этот труп, вмороженный в глыбу прозрачного льда. Владелец ярмарочного экспоната, которого звали Хансен, разрешил ученым изучить удивительное существо, но размораживать его категорически отказался. Сквозь толщу льда была видна фигура волосатого мужчины, лежащего на спине. Левая рука у него была заброшена за голову, а правая прикрывала низ живота. При более внимательном осмотре стало ясно, что левая рука сломана. Положение правой стопы тоже было не совсем естественное, что указывало на какое-то увечье, но открытого перелома видно не было. Местами была видна кровь, и судя по ярко-красному цвету, достаточно свежая. Но процесс гниения уже начался, о чем свидетельствовал запах, проникающий через трещину льда. Хансен уверял, что это существо то ли было выловлено в замороженном виде в Беринговом проливе, то ли поймано где-то на Камчатке и позже убито и заморожено, а потом уже мертвым куплено им во Вьетнаме. А иногда Хансен заявлял, что он сам застрелил это существо в лесах Миннесоты. Фотографии загадочного существа появились в нескольких охочих до сенсаций журналах. Однако серьезных ученых известие всерьез не заинтересовало. Потом наступил период забвения. Но в 2002 году на сайте SideShow появились новые фото, правда выражались сомнения в их подлинности. А вот о местонахождении оригинального замороженного Йети все как-то забыли. И вот в феврале 2013 года он неожиданно объявился на eBay, предлагаемый к продаже за $20,000. Как сообщил солидный новостной сайт Huffington Post, а днем позже британское Daily Mail, приобрел его Стив Басти, хозяин музея сверхъестественного в Остине, штате Техас. Судя по всему, это частная коммерческая выставка разных страшилок и ужастиков. Перед покупкой Басти 2 года исследовал историю снежного человека из Миннесоты и пытался выяснить, куда подевался тот замороженный экспонат. Скорее всего, несколько десятилетий после последнего показа он хранился в морозильнике в доме Хансена. Странно, что сам Хансен не продал свою удивительную находку и не продолжил показывать ее за деньги. И все же, несмотря на сомнения в подлинности снежного человека, на своем сайте музей подтвердил покупку уникального Йети из Миннесоты. И теперь посмотреть на него можно за скромные $8. Человек-обезьяна. В 1937 году в одном из голландских журналов был опубликован снимок, на котором изображен человек-обезьяна, якобы найденный в джунглях Амазонки. Пресса утверждала, что это потерянное звено в теории эволюции Дарвина. По сей день не ясно, что произошло с этим человеком – мутация, чудо или патология. Однако скептики сразу же задались вопросом, откуда в тропических лесах парикмахерская и какой бритвой пользовался этот гражданин. Кто-то даже обратил внимание на явный грим на его лице. Конечно, эти аргументы легко опровергались тем, что прежде чем сделать фото, парня вполне могли отмыть и побрить.
тому же на фото он уже одет в костюм, как и стоящие рядом люди. Но в таком случае, почему никто не запечатлел его сразу же после обнаружения, так сказать, в первозданном виде? Но были и сторонники того, что это реальное явление. И основным их аргументом было то, что именно так держат руки приматы, сжимая ее в кулак, когда передвигаются. Согласитесь, не густо, чтобы стать феноменом. К тому же, с точки зрения зоологии, рождение человека от обезьяны не просто абсурдно, а невозможно. Так что ученые пришли к выводу, что человек, изображенный на фото, не имеет никакого отношения к обезьянам, и его внешность – ничто иное, как результат генной мутации или просто фейк. Снежный человек из штата Вашингтон. Одним из наиболее убедительных доказательств существования снежного человека долгое время считался короткий фильм, снятый Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в 1967 году в Северной Калифорнии. По их утверждению, на пленке запечатлена самка снежного человека. И долгое время это действительно было, пожалуй, самым загадочным и убедительным фактом в пользу существования Йети. Однако в 2002 году, после смерти Рэя Уоллеса, для которого была сделана эта съемка, его родственники рассказали без предъявления каких-либо вещественных доказательств, что вся история с американским Йети была сфальсифицирована. 40-сантиметровые следы Йети делались искусственными формами, а киносъемка – постановочный эпизод с человеком в специально сшитом костюме обезьяны. Дело в том, что жители окрестных поселков постоянно тащили со стройплощадки все, что плохо лежит. Так что Уоллес решил припугнуть их с помощью легенды о неведомом чудовище. Но люди не унимались, и в 2010 году телеканал National Geographic досконально изучил фильм Паттерсона. В качестве экспертов были привлечены опытные гримеры, высокий актер, имитирующий походку, специалисты по спецэффектам и ученые. Оценивался внешний вид существа в фильме, его шерсть, прилегающая к мускулам, пропорции конечностей, динамика движения, расстояние съемки и так далее. В итоге, по единодушному мнению привлеченных экспертов, даже на современном уровне развития медиаиндустрии и видеоэффектов, не говоря уже об уровне 1967 года, практически невозможно добиться такой степени реалистичности сюжета о снежном человеке. Так что это видео до сих пор вызывает споры, ну а какой из версий верить – дело каждого. Хоббиты с острова Флорес. В 2003 году на индонезийском острове Флорес обнаружили останки неизвестного прежде вида древнего человека – Homo floresiensis. По единственному черепу и нескольким наиболее полно сохранившимся скелетам, рост флоресских людей оценивали приблизительно в 1 метр, а объем мозга – в 400 кубических сантиметров, что в 3 раза меньше, чем у современного человека. Ни одного существа, подобного хоббиту, ранее в истории эволюции человека обнаружено не было. Этих людей окрестили хоббитами. Сравнив размеры и структуру 133 различных точек на черепе, челюстях, зубах и костях рук и ног хоббитов и всех их предполагаемых предков, ученые построили генеалогические древа для каждого из сочетаний. Как оказалось, ближе всего друг к другу находились хоббиты и умелые люди. В таком случае древо их эволюции было наиболее реалистичным и близким к реальности. Все остальные комбинации порождали сочетания, невозможные с точки зрения простой логики. Вероятнее всего, благодаря феномену так называемой островной карликовости, за миллионы лет изоляции Homo erectus, мигрировавшие на остров, постепенно выродились и превратились в хоббитов, чей мозг был в 3 раза меньше, чем у современных Homo sapiens. Так что можно с уверенностью заявить, что хоббиты были обычными кроманьонцами, которые превратились в карликов из-за врожденных уродств. В качестве причин ученые в разное время называли микроцефалию, синдром Ларона, кретинизм и многие другие нарушения в развитии. Но это, конечно, не заставило сторонников хоббитов поменять свое мнение и перестать называть их Homo floresiensis. Зана Истхина. В 2016 году британские СМИ сообщили о результатах исследования, проведенного профессором Брайаном Сайксом из Оксфордского университета.
ученый проводил генетический анализ останков, полученных из Абхазии, и пришел к выводу, что они не совсем человеческие, а принадлежат некоему подвиду, представители которого лишь наполовину люди и наполовину обезьяны, и вполне могут быть снежными людьми. Речь идет о Зане, мохнатой двухметровой женщине, которая жила в Абхазии в позапрошлом веке. Легенда о ней среди местных жива до сих пор. Так вот, профессор полагает, что Зана – существо отнюдь не мифическое, а вполне реальное. Профессор Сайкс не проводил генетический анализ останков самой Заны, так как найти их не удалось, а вот скелеты ее потомков сохранились и позволили профессору сделать удивительные выводы. Дикая женщина, которую называли Заной, была поймана где-то в Западной Грузии. Ее неоднократно перепродавали и передаривали, пока она не оказалась в усадьбе дворянина Эдги Генаба в селении Тхина. Ее держали в загоне из бревен, куда спускали пищу. Постепенно она приручилась, ее перевели под навес в стороне от дома. Сначала она была на привязи, затем жила на воле, но не уходила далеко от места, где ее кормили. Потомки снежной женщины до сих пор проживают в селении Тхина Ачимчирского района Абхазии, это в 78 километрах от Сухуми. Местные рассказывают, что когда-то их было полным-полно в горных лесах, приходилось даже истреблять. В 70-е годы встречались долгожители, которые, будучи детьми, видели Зану и рассказывали, что они, мальчишки, любили ее дразнить, бросали в нее камни и палки, а она в ответ только рычала. Как все Абнаую, Зана не владела человеческой речью. За десятки прожитых лет среди людей она так и не научилась произносить ни одного абхазского слова. Могла лишь бормотать и издавать нечленораздельные звуки, а в раздражении непонятные выкрики. Слух у нее был острый, шла на свое имя, выполняла кое-какие команды хозяина, побаивалась его окриков. Также сохранились воспоминания Игоря Бурцева, главного специалиста в стране по снежному человеку. Он нашел женщину, которая рассказала, что хозяин снежной женщины Эдги Генаба любил устраивать мальчишники, во время которых подпаивал Зану вином и устраивал соревнования. Тому, кто оседлает дикарку, вручал приз. Смельчаки находились, и у Заны стали рождаться дети. Первых младенцев она таскала к источнику и мыла их в ледяной воде, поэтому они скончались. Потом жители Тхины начали отбирать у нее новорожденных и воспитывали их среди своих детей. В итоге у нее выжили две дочери, Гамаза и Каджанир, и два сына, Джанда и Хвит. Но лишь последний остался в селении и жил на виду у народа. А куда делись его братья и сестры, неизвестно. Хвит был дважды женат, последний раз на русской женщине Марии. Именно с ее дочерью Раей и довелось беседовать ученым. Она вполне спокойно сообщила, что действительно ее бабушку нашли в лесу и одомашнили. Все потомки Заны отличались ростом около 2 метров и обильной растительностью на теле. Лишь спустя много лет Бурцеву удалось получить от местных властей и родственников разрешение на раскопки. Он организовал экспедицию, вскрыл могилу Хвита и привез его череп в Москву. Часть образцов были переданы на исследования в США и Европу. Сколько лет прожила Зана и от чего умерла, неизвестно. Она скончалась в промежутке между 1880 и 1890 годом. Но по рассказам, до последних дней она не менялась внешне. Не поседела, не потеряла ни одного из зубов, больших и крепких, и сохранила физическую силу. Есть версия, что Зана при ее темной коже и плотных волосах могла бы быть негритянкой. Этой версии придерживались абхазские этнографы, тем более что негры живут в Абхазии до сих пор. Однако очевидцы, видевшие Зану, утверждают, что с неграми она не имела ничего общего. Главным аргументом против был ее обильный волосяной покров по всему телу. Оба черепа, Хвита и предположительно самой Заны, до сих пор хранятся у Игоря Бурцева в Москве. И недавно в одной из передач экстрасенс предупредила его, что череп приносит несчастье и его лучше захоронить. Но вряд ли ученый так уж добровольно похоронит труд всей своей жизни. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, оставить комментарий, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание, скоро увидимся. Пока!